Натимирандасья, Джананджана, Шалакая, Чакшурун Милитам Йена, Тасмай Ши Гураве Намаха, Ши Чайтанья Мано Биштам, Стапитам Йена Бутале, Своям Рупа Кадамаям, Дадати Свападантикам, Вандехам Ши Гуру, Ши Ютапада Камалам, Ши Гурун Вайшнавамшча, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganarabhunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganalalita Shri Vishakam Vitamshcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyate Shatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Niti Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jvala Premadhyaya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Apasiddham Tattvanta Harine Hare Krishna. Спасибо большое за то, что вы пришли на последнюю нашу встречу в этом фестивале. К сожалению, все заканчивается. Даже такие великие фестивали, как этот, иногда подходят к концу, к большому нашему сожалению. Вчера мы говорили о некоторых определениях или о некоторых заблуждениях, которые придерживаются люди, которых Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур называл пракрита сагаджа. Люди, которые относятся с материальными мерками к духовной жизни. Вчера мы читали некоторые из этих определений, и на самом деле в оригинале эти определения заканчиваются в этих двух статьях, которые были напечатаны в журнале, в газете, которую издавал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в 20-е годы. Каждое из этих определений заканчивается словами, что всякий, кто так думает, он пракрита сагаджа. Всякий, кто так думает, он пракрита сагаджа. Каждое строгое определение этого. И стоит упомянуть, вчера я не говорил об этом, но стоит сказать, что непосредственно эти статьи или эти определения именно в этих статьях были составлены не лично Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Они были составлены, эти две статьи были написаны его учениками, редакторами этих газет на основе учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. То есть все это фактически не отлично от его наставления, потому что он говорил именно о том же, он учил своих учеников, просто они собрали все эти наставления в одном месте, все эти различные заблуждения они собрали в одном месте. Более того, в отличие от современной общепринятой традиции, когда в каких-то изданиях все статьи подписываются, авторство известно, кто написал какую статью,
В отличие от этого, в то время в газетах, которые издавал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, такого не было, авторство не подписывалось. Просто была газета, в ней было много статей, и было неизвестно, кто конкретно написал какую статью. Сам ли это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, или это кто-то из его учеников написал. Почему? Потому что сам Шрила Прабхупада, в принципе, когда он основал журнал «Назад к Богу», «Back to Godhead», то он также, в принципе, объяснял этот момент редакторам «Back to Godhead», своим ученикам. Он говорил, что если мы печатаем чью-то статью, то неважно, кто ее написал, это означает, что у нас одно единое видение. Не так, что вот ее написал какой-то, там, например, сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, а эту статью написал кто-то другой, его ученик. В то время было одно единое видение, поэтому не так важно, сам Шрила Прабхупада говорит в одном из писем, что не так важно давать какие-то имена или представлять автора. Если мы печатаем, это означает, что эта статья правильная, что там все up to the point, то есть все соответствует нашему стандарту. И только лишь после ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура в издании газеты «Гаудия», главного печатного органа, который издавал Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, был напечатан целый список статей, которые были лично написаны Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакура. То есть до этого никто не знал, какие статьи кто написал, просто понималось, что одно единое видение. Поэтому это не должно сбивать нас толком. К сожалению, потом, после ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, сразу же, буквально через несколько дней после этого, в его организации, которую мы все знаем как Гаудия Мат, начались большие сложности, большие проблемы. Эта организация стала рассыпаться постепенно, и стали происходить вещи, которые противоречили наставлениям Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. И эта организация стала разъединяться, раздробляться, и она перестала фактически существовать как единая организация с единым видением. Она была рассыпана на множество мелких частей, и, к сожалению, многие из чистых, изначально чистых учений и устремлений, и духа Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, все это было утрачено, к сожалению. Но точно так же, как мы на первом занятии говорили о том, что Шрила Прабхупада говорит, что он живет, духовный учитель живет в своих наставлениях, и его ученик живет вместе с ним. Можно, опять же, если обобщить, то можно сказать, что Бхакти-сиддханта продолжает существовать, она не может не существовать, она продолжает существовать в наше время как Бхакти-сиддханта, то есть наставление Шрилы Прабхупады. И поэтому можно также сказать, что все эти чистые устремления, которые вложил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в свою организацию, все эти сила, могущество, чистота и все остальные духовные хорошие качества, они продолжают существовать в обществе, которое основалось Шрила Прабхупада, ИСККОН. ИСККОН, это опять же не будет сектантским утверждением, но ИСККОН в действительности является, он идет на передовой из всех последователей Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Не будет громко сказано, никто не может сравниться с тем, что делает ИСККОН, с его масштабами, с его чистотой, с его проповедью, с его целями, устремлениями, и с его могуществом. И мы вчера рассказывали больше о таких интересных, можно сказать, каких-то заблуждениях, но также Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также много говорил о том, что человек, что пракрита сахаджа – это также те люди, которые преждевременно начинают, например, выдавать из себя совершенных, либо же начинают заниматься деятельностью совершенного человека. То есть человек, который является еще садхакой, но который пытается действовать как сидха, уже достигший совершенства, такой человек тоже обманывает себя и при этом обманывает других. Либо же, если ученик не берет во внимание свои квалификации, есть ли у него материальное желание или нету, если он при этом берется за, например, изучение каких-то очень сокровенных книг, которые описывают сокровенные игры Господа Кришны, его отношения с Гопи, его отношения со Шримати Радхарани. Если человек преждевременно берется за эти книги, то он тоже попадает под эту категорию. И он также говорил, еще одно такое определение таких людей, он также говорил о том, что человек-гуру,
который не следующему человеку со слабой верой, то есть Каништа Адхикари, у которого слабая вера, или же вообще ан-адхикари, то есть недостойному человеку, человеку, у которого нет адхикары соответствующие, если он рассказывает ему раса катху, то есть какие-то сокровенные истории о Господе Кришне и его близких спутниках, то такой человек тоже является пракрита сагаджа, по утверждению Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Точно так, таким же человеком является тот, кто считает, что раз я могу при помощи своего мирского разума, мирского интеллекта и понять такие мирские драмы, как, например, или Аланкара Шастры, как Шакунтала Калидаса, это знаменитейшая санскритская драма, или Рагувамша Сахитья Дарпана, много других таких мирских повествований о отношениях людей, пусть даже и супружеских отношениях людей. Если такой человек думает, то почему тогда я не могу понять такие книги, как Лалита Мадхава, или Видагда Мадхава, или Уджала Ниламани, или пять глав из десятой песни Шримад Бхагаватам, которые описывают танец расы, почему я не могу понять при помощи этого ума и разума эти истории и эти повествования. Такой человек, если он придерживается таких мнений, то он тоже попадает под категорию пракрита, пракрита сагаджи. Тоже фактически не является последователем Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, который учил совершенно другому. И также вчера мы говорили немножко о каких-то таких достаточно эзотерических, интересных объяснениях некоторых вещей, которые делал иногда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И однажды он во время месяца Пурушоттама, который недавно, буквально перед началом этого фестиваля, закончился в этом году также. Это месяц, очень святой месяц, который выпадает не каждый год. Он приходится приблизительно один раз в 32 месяца вставляется. И это очень святой месяц. И однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур провел этот месяц в Матхуре. И он давал лекции по пяти главным видам, по пяти самым могущественным видам преданного служения, пяти ангам бхакти, которые обладают наибольшим могуществом. Это общение с преданными, изучение Шримад Бхагаватам, проживание в святом месте, повторение святого имени, поклонение божествам. Поклонение божествам. И он, это был последний год его жизни, в 36 году, за полгода до его ухода, в августе 36 года. И он говорил на тему каждой из этих пяти анг. И он, например, говорил, что саду-санга означает не просто сидеть и слушать даже, но настоящее саду-санга, общение, и это не, естественно, это не общение саду на мирские темы, отвлеченные темы. Но саду-санга есть трех видов. Саду-санга бывает трех видов на уровне тела, ума и речи. И слушать саду нужно ушами, естественно. Общаться с саду нужно ушами, при помощи ушей. Своим телом нужно служить саду. Если мы тело задействуем в служении саду, то это тоже саду-санга, хотя, может быть, мы с ним не разговариваем прямо, непосредственно. А умом своим мы должны размышлять над тем, что мы услышали от саду, над их катхой, и медитировать на их качества и на их лотосные стопы. Тогда как своей речью нужно пересказывать услышанное о саду и прославлять качество саду, прославлять качество великих святых. Тогда это будет полная саду-санга, мы обретем полное благо саду-санги. Что касается нама-киртана, сегодня мы позже чуть-чуть поговорим непосредственно о тех наставлениях, которые он давал на тему повторения святого имени. Мы будем также зачитывать определенные его цитаты на разные тема, связанная с повторением святого имени. Он говорит, что под намой не имеется в виду рупа. То есть нужно повторять наму и только потом делать нама киртан, но только потом совершать рупа киртан, воспевать форму Господа Кришны, Верховного Господа Кришны. И только потом, после того, как мы совершаем нама киртан, можно браться за повторение. Мы знаем, что есть нама, рупа, гуна и лила. То есть можно воспевать форму, качество и лилы Господа только после того, как мы какое-то время повторяли святое имя Господа, но не сразу. В этой связи он очень часто произносил цитату из Бхакти Сандарвы Джива Госвами, в которой Джива Госвами именно об этом говорит. Он говорит, что «Начале пратамам нам нам антахкаранам шудяртам апекшам».
Он говорит, что вначале человек должен очистить свое сердце при помощи Намы, повторения Святого Имени. После этого, когда сердце очистится, то в сердце естественным образом проявится форма Господа, качество Господа и лила Господа. Вот именно таким образом мы достигаем совершенства на этом пути. И это совершенство не может прийти со стороны, откуда-то извне. Этого совершенства невозможно достичь искусственным образом. Оно должно прийти из сердца. Это одна из главных таких момент, один из главных моментов учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Что касается Бхагават-шравана или слушания Шримад-Бхагаватам, он говорит, что Бхагаватам нужно слушать от освобожденной личности, от Мукта-пуруша. И Мукта-пуруша, он определяет, как человек, который покончил со своими анартами, у которого нету грубых, по крайней мере, анарт, то есть тех анарт, которые ходят на уровне анарта неврити. Понятно, что какие-то анарты, мы знаем, остаются вплоть до уровня бхавы, даже до очень высоких уровней преданного служения, но, по крайней мере, человек, рассказывающий Шримад-Бхагаватам, должен понимать, что Бхагаватам — это непосредственно сам Господь. И он должен быть чистым в своем поведении, он должен сам следовать тому, чему он учит, чему он рассказывает. И он ни в коем случае не должен использовать Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам, как средство удовлетворения своих чувств и зарабатывания на жизнь. Он не должен быть профессиональным рассказчиком Шримад-Бхагаватам. И как самое главное анархии, говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, от которых этот человек должен быть свободен, он называет четыре вида греха, описанные в Шримад-Бхагаватам. То есть это четыре принципа, которым мы следуем. Иногда можно услышать такие мнения, что Шрила Прабхупада был первым, кто стал говорить и требовать от своих учеников, чтобы они следовали четырем регулирующим принципам. Что до этого, мол, это не акцентировалось, и об этом не говорилось. На самом деле это далеко не так. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура тоже очень часто говорил об этом, что человек, ставший на духовный путь, он должен отказаться, по крайней мере, он должен отказаться от четырех видов греховной деятельности, которые описаны в первой песне Бхагаватам. Причинение насилия животным, принятие в пищу мяса, это занятие незаконными половыми вступаниями, незаконные половые отношения, азартные игры и также одурманивающие вещества. Человек должен быть свободен от таких пороков. Тогда как Матхуравас, или проживание в святом месте, Мадхурия, точно так же, как и сам Рупа Госвами, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура говорил, что не обязательно жить в Мадхурии физически своим телом. Более того, в одном из определений Пракрита Сахаджа, он как раз говорит о том, что есть люди, которые считают, что просто взяв, купив билет на поезд или на самолет, и привезя свое грубое материальное тело, полное материальных желаний и анарт во Вриндаван, и там во Вриндаване, пытаясь наслаждать это тело и удовлетворять, идти на поводу своих чувственных наслаждений, желаний чувственных наслаждений и анарт, если такой человек думает, что я живу в Дхаме при этом, то такой человек Пракрита Сахаджа. Он не понимает, что такое Дхама, что в Дхаме невозможно жить в своем материальном теле и наслаждать это материальное тело. И Матхуравас, или жизнь в Матхуре, бывает трех видов. Точно так же человек может жить в Матхуре телом, умом и речью. И также тот человек, который служит возлюбленному слуге Господа, Мукунда Прешта, которым является духовный учитель, он тоже живет в Матхуре. Тот, кто служит своему духовному учителю телом, умом и речью, он тоже живет, проживает в Матхуре. Тогда как, что касается поклонения божествам, Мурти Сева, то он говорит, что под Мурти не обязательно имеется в виду именно божество. Мурти, как объясняется в читании Чаритамрити, что Нама Виграха Сварупа, Эйтин Экару, что божество Господа, форма непосредственно сам Господь, его Сварупа, то есть Господь, который приходит иногда в этот мир, не в форме божества, но в своей изначальной форме. И имя Господа, эти три формы не отличны между собой. Поэтому поклонение Мурти, Мурти Сева, означает повторение Святого Имени также. Это также означает встреча с Господом, если мы достаточно удачливы. Это также означает поклонение божеством. И на уровне арчаны это поклонение совершается при помощи тела. Когда мы достигаем каких-то возвышенных уровней преданного служения, мы достаточно очищаемся от
материального осквернения, то Господь может проявиться даже в нашем сердце, в нашем уме. Это поклонение Ему на уровне ума. И когда мы встречаемся лично с Господом, то это личное, личное служение на очень высоком уровне. Так объяснял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакурати. Несколько самых главных, самых могущественных видов преданного служения Господу. Еще очень интересно он объяснял убийство Господом Кришной одного из демонов в очень сокровенном месте. Господь Кришна убил Ариштасуру на Радхакунде, в самом сокровенном месте этой вселенной. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что Ариштасура был олицетворением мирской логики и мирской морали, мирской этики. И он напал на Говардхан, который увеличивает наслаждение Господа Кришны. Говардхан, одно из значений этого имени, Говардхан, означает, что Говардхан увеличивает наслаждение чувств Господа Кришны. Он служит Господу Кришне всеми разными способами. И Ариштасура напал на Говардхан, он его поддел фактически своими рогами, он пришел в форме быка, это был демон-бык, иногда его также называют Вришабхасура. И этим он хотел избавить Господа Кришну от наслаждений, он хотел Кришну сделать безличным, он хотел, чтобы у Кришны не было никаких наслаждений и чтобы он мог наслаждаться сам. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что это также говорит Бхактивинода Тхакур в Кришна-самхите, что Ариштасура, Господь Кришна убил Ариштасуру, тем самым показав, что именно он является верховным наслаждающим, наслаждающимся, и ничто не может стоять на пути его наслаждения. Господь Кришна, никакая мирская логика, никакая мирская мораль не властна над Господом Кришной. Как минимум, в одной из своих лекций Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур провел параллель между именем Ариштасуры, Ариштасура и Аристотелем. Аристотель известен как отец современной логики, формальной логики. Он известен как фактически один из основоположников науки, которой мы сейчас оперируем. То есть наука современная во многом основывается на том основании или фундаменте, который заложил Аристотель. Прежде всего, на его учении о логике. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что эта логика полностью внешняя логика, и она пытается поставить абсолютную истину в какие-то рамки. И эти рамки заключаются в том, что Бог должен быть таким, вот как мы его себе представляем, что если Бог — это самое лучшее, самое возвышенное живое существо, это означает, что он должен быть самым моральным, самым нравственным живым существом. Он не имеет права танцевать с чужими женами, например, танец расы. Он не имеет права делать какие-то поступки, которые противоречат законам мирской человеческой морали, человеческой нравственности. И Ариштасура олицетворял собой такое настроение. Поэтому Господь Кришна показал, что он абсолютно не зависит ни от каких материальных законов, в том числе от закона, от правил нравственности и морали. Но на самом деле, дальше объяснял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, что на самом деле Господь Кришна, хотя он не зависит абсолютно ни от каких законов, даже от закона нравственности, принятой этики, принятой в обществе здесь, на Земле, в материальном мире, тем не менее, он на самом деле не нарушает, абсолютно никоим образом не нарушает эти законы. Потому что человек, который считает, что Господь Кришна танцует, например, с чужими женами, такой человек пребывает в большом заблуждении. Он не знает азов духовной науки. И поэтому такому человеку лучше даже не слышать об этом, о том, что Господь Кришна танцует с кем-то, проводит какие-то танец расы. Такому человеку вначале, как минимум, нужно прочитать Бхагавад-гиту и Ишопанишад. Потому что в Ишопанишад сказано, что Ишаваса Мидам Сарвам, все Вселенная принадлежит Господу. У Господа Кришны по определению не может быть ничего чужого. Господь Кришна не может иметь отношение с чем-то чужим, потому что все по определению принадлежит Ему. Наоборот, это мы являемся преступниками в этом мире, потому что мы присваиваем себе то, что нам не принадлежит. Поэтому это мы на самом деле, кто должны обращать внимание на мирскую нравственность и мораль. Мы должны стать нравственными людьми, прежде чем мы начнем служить Господу Кришне.
но ни в коем случае не подражать ему никоим образом. То есть, другими словами, гопи и все остальные преданные Господа, они всегда вечно принадлежат самому Господу Кришне, это его личная энергия. Они не принадлежат никому иному и не могут принадлежать никому иному. Вот такие вещи объяснял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И, как я говорил на одной из наших встреч, что в самом начале, перед проповедью активной, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур стал совершать одну очень суровую врату, суровый обет. Он дал обет повторить 1 миллиард святых имен. 1 миллиард святых имен — это если повторять каждый день по 192 круга, как это делал Харидас Тхакур. То есть это 3 раза по 64 круга. Это 12 раз по 16 кругов, если я правильно посчитал. То тогда для того, чтобы повторить 1 миллиард святых имен, понадобится около 10 лет. 10 лет, на протяжении 10 лет нужно повторять 192 круга, тогда за 10 лет приблизительно можно повторить 1 миллиард святых имен. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур взял на себя такой обет. И он принял его где-то около 905 года и закончил его в начале 915 года, где-то в 915 году. И первые из писем, которые дошли к нам, дошли до нас, его вообще писем, которые вообще от него дошли до нашего времени, это как раз письма с 915 года. Письма, написанные им в 915 году. Как я уже говорил также об этом, у него в то время уже были последователи. У него были ученики, много последователей достаточно. Хотя он еще не начал активную проповедь, он не принял саньясу. И он сидел фактически большую часть, по меньшей мере, он большую часть своего времени проводил в Майяпуре, где он совершал эту Шатакоти Нама Врата, обет повторения миллиарда святых имен. Тем не менее, большинство из этих писем, первых писем, которые к нам дошли, они как раз посвящены повторению святого имени. Он практически в каждом письме, которое к нам дошло с того времени, он говорит о том, как важно повторять святое имя и как это правильно делать, как нужно повторять святое имя. Это было еще, также можно заметить, что это было также еще при жизни Гуру Кишордаса Бабаджи. Гуру Кишордас Бабаджи еще был на этой планете. В некоторых письмах, например, в то время, поскольку не было активной проповеди, то в некоторых письмах к своим последователям он некоторым советовал оставаться где-то в одном месте и все свое свободное время, все свое время посвящать повторению святого имени, изучению священных писаний, таких как читание Чаритамрита, и песен Нарутама Даса Тхакура, и в этом настроении повторять святое имя, и не общаться много с другими людьми. И это вызвано, опять же, тем, что исторический контекст в то время был совершенно другим. Как я уже говорил, большинство преданных Господа Чайтанья Махапрабху придерживались каких-то не совсем правильных мнений об этом. Были распространены разного рода заблуждения. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур некоторым своим последователям говорил, что лучше ни с кем не общайся, чтобы никто не произвел на тебя плохого влияния, чтобы ты не попал под плохое влияние. Лучше повторяй святое имя и общайся с ачарьями. И если тебе не достает общения с истинными преданными, то общайся с ачарьями в форме их наставлений, в форме их книг, изучая их песни и биографию Господа Чайтанья Махапрабху. В одном из самых первых писем он говорит, например, о том, как из нашего сердца могут уйти анархи, как ходят анархи из нашего сердца. Он говорит, если на оригинале он говорит, «Санхья нирбанда курия Кришна нам учай шари киртан курилы анарта невриттавай». Если человек повторяет святое имя Господа определенное количество кругов, «Санхья нирбанда курия». Если человек повторяет определенное количество имен Господа Кришны, то и при этом он повторяет их учайшары, то есть громко, он произносит их достаточно громко, не в уме, но громко, то из его сердца уходят анархи. И также джарджа прабрити палаянкуре. Это означает, что также из его сердца уходит материальная обусловленность или все то, что мешает ему
Джадья также означает глупость или даже тупость, уходит из нашего сердца полностью, в нашем сердце расцветает духовное понимание, приходит правильный духовный разум. Что уж говорить об этом, говорит он дальше. Если человек повторяет это имя таким образом, то никакие непреданные, люди враждебно настроенные по отношению к Кришне, к преданному служению Ему, не смогут сделать ничего плохого такому человеку. Они не смогут причинить ему вреда. Нирапарады гаринам григитагайда шакалшиди короталагатагай. Если человек повторяет святое имя без оскорблений, то все виды совершенства, несомненно, оказываются у него в руках. Короталагата. Это означает, что эти совершенства, все виды совершенства приходят к нему. Все совершенство приходит к нему. Все сиди, все сиди. Сиди не имеется в виду сиди, йога-сиди, те, которые человек получает в результате практики аштанга-йоги, но сиди как, совершенство жизни, обретение любви к Верховному Господу Кришне. И когда один из его последователей спросил, а как избавиться от мирских мыслей при повторении святого имени, то Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура ответил ему в письме, что если во время повторения святого имени у нас в уме возникают мирские мысли, то нужно просто продолжать повторять, не охладевая к повторению, не теряя энтузиазма. Это не должно сбивать нас с толку. Мы должны продолжать повторять. И как побочный плод, как побочный результат повторения святого имени, все эти мысли, пустые мысли, сами собой постепенно уйдут. Просто нужно продолжать повторять. Не беспокойся по этому поводу, он пишет. Также не нужно беспокоиться о результате повторения в самом начале. Результат не может прийти в самом начале, пишет он. Когда у тебя разовьется сильнейшая привязанность к святому имени, то жадность к материальным беспокойствам ослабнет и уйдет сама собой. Если мы служим святому имени телом, умом и речью, то нами... Кто такой нами? Нами. Имя это нама, но нами это то, чье это имя. И они не отличны. Это сам Господь Кришна. Нама, абхиннам, нама, намина. Между Кришной и Его именем нет разницы. Между намой и нами нет разницы. Святое имя – это и есть сам Господь Кришна. И нами – это Господь Кришна, имя которого мы повторяем, которое не отлично от Него. Так вот, если мы служим Святому имени телом, умом и речью, то нами дарует нам Дарша своей самой благоприятной сварупы. Господь Кришна проявится перед нами, если мы достаточно в правильном настроении, достаточно долгое время будем повторять Святое имя. И это было также довольно характерная черта проповеди Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура и Шрилы Прабхупады, что к совершенству не нужно стремиться искусственным методом. Совершенство не может прийти откуда-то извне, но оно должно проявиться из сердца в результате повторения Святого Имени. Еще в одном письме он пишет, что когда уходят анардхи благодаря повторению Святого Имени, то рупа, гуна и лила откроются сами в нами. Единственное, что нам мешает ощущать форму Господа и свою форму осознать, это анархия, которая есть в нашем сердце. Поэтому, когда анархия уходит, все это проявляется естественным образом, само собой. Не нужно, пишет он дальше, не нужно пытаться искусственными методами, своими личными усилиями помнить о рупе, гуне или лиле Господа во время повторения святого имени. Не нужно искусственно пытаться помнить во время повторения о том, как Кришна проявляет какие-то развлечения, или пытаться помнить его форму, повторяя его святое имя. Нужно сосредоточиться на звуке святого имени. И когда ты станешь повторять имя без аппарата, то сам поймешь, что все совершенство, сарвасидхи, происходит от намы, от святого имени, от повторения святого имени. И у того, кто повторяет наму, препятствие в виде грубого и тонкого тела постепенно исчезает. То есть святое имя, повторение святого имени постепенно растворяет как грубое, так и тонкое тело. И обусловленность как грубую, так и тонкую. И постепенно проявляется его сиддха-рупа. Утвердившись в этой совершенной форме и повторяя наму, человек может увидеть форму Господа Кришны. И имя, святое имя Кришны, пробудив вечную форму живого существа, заставляет ее тянуться к форме Господа Кришны. Это то, как приходит совершенство. Это очень, может быть очень возвышенная тема, которую мы, может быть, не так часто
обсуждаем. Но тем не менее, это, мы должны также понимать, как приходит совершенство. Мы должны быть уверены в этом процессе, в процессе повторения Святого Имени. Сам Господь Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Бхагавате говорит Тапану Мишри, что благодаря повторению Святого Имени, а конкретно повторению Харе Кришна Махамантры, он как произносит там Харе Кришна Махамантру полностью, и потом он говорит, что благодаря повторению этой мантры тебе придет все совершенство. Это совершенство садханы, совершенство садхи, совершенство цели также. Но при этом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, как вы наверняка знаете уже, по крайней мере, он очень сильно подчеркивал, что человек не может повторять святое имя вот просто сам по себе. Он не может, другими словами, повторять святое имя, не обладая знанием самбанда гьяны. Это не будет чистое повторение святого имени. Если у человека нет самбанда гьяны, если у него нет понимания сиддханты, то он не сможет избавиться от анардх, и он не сможет повторять чистое святое имя. И в одном письме он говорит, что благодаря слушанию шастры и повторению ее, то есть произнесению того, что мы услышали из шастры, а также следованию ее учению, то есть выполнению того, что мы услышали на практике, открывается истинная форма святого имени. Истинная форма святого имени открывается благодаря изучению шастры и исследованию ей на практике. Он также говорил о том, что точно так же, как есть Господь Кришна, Его внутренняя энергия, Шримати Радхарани. И мы поклоняемся им вместе, Господу Кришне, Шримати Радхарани. Точно так же Нама, не отлично от Господа Кришны, имеет свою сварупа шакти, которая является изучением священных писаний. Священное писание или самбанда гьяна является сварупа шакти Нама. Поэтому невозможно повторять правильно, поклоняться истину, поклоняться святому имени без самбанда гьяны, без изучения священных писаний, в особенности тех, которые прославляют славу святого имени, святого имени Господа. И поэтому он очень часто подчеркивал то, что человек, который повторяет святое имя, он должен в этот момент осознавать, что он соприкасается непосредственно с самим Верховным Господом. Что святое имя — это не просто какая-то вибрация этого мира, но это непосредственно сам Верховный Господь. В одном письме он говорит, что Харинама, то есть имя Хари, и Бхагаван Хари, Господь Хари, это одна личность, это одно и то же. Повторение святого имени Господа и непосредственная встреча с Бхагаваном — это одно и то же. Вот представьте себе, если бы мы все поем святое имя на киртане, по вечерам поем, утром поем. Но вот если бы перед нами, как нам кажется, если бы перед нами предстал Господь Кришна в своей форме, с флейтой, в форме, изогнутой в трех местах, то мы бы, может быть, потеряли бы сознание, увидев Господа Кришну. Но на самом деле проблема заключается в нашем сознании. Просто мы не видим Господа Кришну, мы не видим Его святом имени. Потому что Господь Кришна, Его форма, Его имя — это одно и то же. Поэтому каждый раз во время киртана мы непосредственно видим, соприкасаемся с Господом Кришной. Может быть, даже не осознавая этого. Но это, по крайней мере, должно напомнить нам о том, что это не отличная вещь. Имя Господа, сам Верховный Господь. И также при этом очень часто он говорил, цитируя стих Рупа Госвами из Шринамаштахи, он говорил, что святое имя — это объект поклонения освобожденных душ, муктапуруш. Объект поклонения тех, кто обрели освобождение. Человек, который обрел освобождение, он может по-настоящему оценить святое имя Господа. Он понимает настоящее величие святого имени Господа. Человек, который обрел освобождение. И дальше он повторяет в этом же письме, он повторяет это же наставление, которое он давал в предыдущих письмах. Он говорит, что если ты будешь повторять святое имя с пониманием самбанги, то никакой материалист тебе не сможет сделать ничего плохого. Он не сможет причинить тебе никакого вреда. Святое имя полностью защищает человека. Что касается настроения, в котором нужно повторять святое имя, то еще в нескольких письмах он говорил о том, что человек, который повторяет святое имя Господа, преданный, который повторяет святое имя Господа, он должен в сердце держать настроение, которое описывает наши ачарьи, в частности, такие, как Нарутам Дас Такур. И он советует, что тот, кто повторяет Святое Имя Господа, он должен медитировать на смысл таких баджанов Нарутама Даса Такура, как «Гоура Пагу Наба Джея Мойна». Это песня из Прартаны,
Нарутамадаса Такура, в которой он говорит, эта песня, исполненная скорби, Нарутамадаса Такур. Есть даже запись, как Шрила Прабхупада поет эту песню, Гаура Бхагавана Абхаджая Майна. В этой песне он говорит о том, что я всю жизнь прожил впустую, я не поклонялся Господу Гоуре. Я всю жизнь стремился к тому, что не обладает ценностью. Я всю жизнь стремился к тому, что не обладает никакой ценностью, Адхане. Но при этом я отвергал все богатство, настоящее богатство, я отказывался от настоящего богатства. И дальше он говорит о том, что я всю жизнь пил, я ел и пил, просто всю жизнь ел и пил один яд чувственных наслаждений. Гаура киртана раши магуна навайна. Я не стал погруженным, я не погрузился в настроение киртана Господа Гоуры, который дал Господь читание Махапрабху. Поэтому Нарутамадас Такур в конце заключает, что зачем вообще я живу, почему я до сих пор еще живой, почему я не умер. Это очень такой скорбный баджан Нарутамадас Такур. Бхактистан Сарасвати Такур советовал преданным медитировать на это настроение и произносить, петь этот баджан, прежде чем повторять святое имя Господа. И многие другие, это один из многих, которые он советовал повторять. Тем же ученикам, которые жаловались на то, что у них нет вкуса к повторению святого имени, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур писал, что если у тебя слабый вкус к повторению святого имени, то если ты будешь повторять его все равно, несмотря на это, если ты будешь повторять его в соответствии с предписаниями священных писаний, и с большим почтением, даже если нет вкуса, но с большим почтением, осознавая то, что это что-то нечто великое, но я просто, может, не понимаю, что такое намакиртам, что такое воспевание святого имени, то тогда ты сможешь осознать, в какой-то момент ты сможешь осознать, что Шринама и Шринами Гаура Кришна, они не отличны. Господь и его святое имя не отличны. Ты будешь просто с почтением воспевать его в соответствии с предписанным методом. При этом он также говорил о том, что человек не должен стремиться или ожидать того, что плоды повторения святого имени придут сразу. Когда человек только начинает повторять святое имя, что все плоды, все совершенство должно прийти сразу или очень быстро. Он часто говорил о том, что Кришна не дает плоды сразу. Повторение святого имени не дает все плоды тоже сразу. Господь сохраняет за собой независимость. Но он говорит, что читая о Господе и его преданных, изучая Священное Писание, повествующее о Господе и его преданных, мы избавимся от всего, чего нам не достает. Не беспокойся о результате повторения, а повторяй Святое Имя с решимостью и терпением. Господь, это очень такое, очень сладкое наставление, Господь, несомненно, не сможет сидеть и молчать. Господь не сможет оставаться бездействующим. Он не сможет сидеть и молчать. Гаура Хари, Господь Чайтанья Махапрабху, несомненно, вознаградит каждого человека в соответствии с его садханой. То есть в соответствии с нашими усилиями, которые мы прикладываем, Господь Чайтанья Махапрабху вознаградит нас соответствующим образом. Служение Господу называется бхакти. И ты поймешь, что произнесение святого имени Шри Кришны есть не что иное, как бхакти. То есть просто когда мы повторяем святое имя Господа Кришны, это мы уже занимаемся преданным служением Господу. На самом деле самым харивом, самым могущественным видом повторения святого имени, преданного служения Господа. Однажды, это тоже может быть связано с таким эзотерическим описанием объяснений, которые он, откровений, которые он давал. Однажды, в одной из своих лекций, это было в 32-м году, он сказал, что в повторении святого имени есть 8 предписаний. Он сказал, что практикующий намабаджан, или повторение святого имени, должен следовать 8 правилам, 8 предписаниям. Я сейчас их прочитаю, вы наверняка поймете, о чем идет речь. Это очень необычный взгляд на один из стихов священных писаний. Первое. Человек должен верить словам гуру и шастры. Второе. Человек должен общаться с теми, кто предан святому имени. Третье. Он должен слушать и повторять харикатху. Мы говорили, что харикатха – это и сварупа шакти, или внутренняя энергия нам, святого имени Господа, Господа Кришны. Он должен повторять и слушать харикатху, исходящую из уст саду, святого человека. В результате этого у него произойдет устранение всех видов нежелательных вещей.
И садхака должен особое внимание уделять именно этим первым четырем составляющим методам нама-бхаджана. После чего, после того, как из его сердца уйдут все нежелательные вещи, или, по крайней мере, все грубое большинство нежелательных вещей, то он должен развить сильнейшую веру и непоколебимо утвердиться в повторении святого имени, в святом имени. Кто-нибудь уже догадался, о чем идет речь? Наверняка. Да. Это разные уровни преданного служения, которые описывает Рупа Госвами. То есть верить в слова гуру и шастры – это шрадха. Общаться с теми, кто повторяет святое имя – это саду-санга. Повторять самому то, что мы услышали от саду, харикатху, и также повторять святое имя, естественно, это баджан-крия. И в результате этого из нашего сердца идут анартхи, произойдет анартха неврити, после чего мы должны утвердиться в воспевании святого имени, обрести непоколебимую веру в воспевании святого имени. Это ништа. И он дальше говорит, что ништа означает найрантарья. Найрантарья означает непрестанно повторять, без остановок, постоянно повторять святое имя Господа. Найрантарья означает непрерывно, непрерывность. Дальше он должен повторять святое имя со вкусом, он должен развить вкус, сильный вкус повторения святого имени. При этом этот вкус должен быть уже, этот вкус уже может проявить ему какие-то очень возвышенные, может быть, темы. Этот вкус должен проявить ему внутреннее настроение, определенный вкус, соответствующий его отношениям с Господом Кришной. И после этого он должен полностью привязаться к святому имени, это ручи и асакти. После чего в его сердце появится первый луч любви Господа, к его святому имени, Бхава-бхакти. И на этом уровне у человека проявляется 9 качеств, 9 качеств, которые проявляются на уровне Бхавы. И все это имеет отношение, непосредственное отношение к святому имени Господа. Эти 8 ступеней, следующая, 9-я ступень, это, естественно, уже сама према, любовь к Господу. Все эти 9-8 ступеней имеют непосредственное отношение к повторению святого имени Господа. Также он говорил, что вот это 10-е, 9-е оскорбление святого имени, 9-е парата, давать наставление человеку неверующему. Он иногда говорил, что Ашада Дхана, неверующий человек, которому мы можем рассказывать о святом имени, это тот человек, который хотя бы теоретически не может принять и не может поверить в то, что нама и нами это одно и то же. Если мы такому человеку рассказываем о святом имени, о слова, о славе, повторении святого имени, то это будет оскорбление. Если человек не верит в то, что Кришна и его святое имя – это одно и то же. То так как 10-е оскорбление, он также говорил, что разновидность 10-го оскорбления, которое «агамма мэйти парама», то есть считать, быть привязанным к «агам» и «мама», то есть иметь материальные привязанности, сохранять материальные привязанности, даже услышав множество наставлений на тему повторения святого имени и тему избавления от привязанности. Так вот, он говорил иногда, что это оскорбление также иногда проявляется во время воспевания святого имени, когда мы считаем «агам мамети» означает ложное эго также, то есть то, чем я не являюсь. Считать, что я великий киртания, это тоже оскорбление святого имени. Если человек считает, что я великий киртания, великий воспеватель святого имени, то он воспевает, скорее всего, нама-аппарат. Потому что он гордится он собой, он считает себя великим. Агам мамети, он считает себя тем, кем он на самом деле не является. К сожалению, у нас тоже мы не сможем все рассмотреть, поэтому приходится. Очень важная тема, так, очень важный момент также. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что когда мы пишем письмо кому-то, то в этом письме, это письмо нельзя начинать со святого имени. У нас это как бы стало практикой, в принципе. Мы всегда говорим «Харе Кришна, дорогой Прабху, примите мои поклоны». Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур был настолько строгим, что он говорил, что начинать письмо со святого имени лучше не надо. Это не соответствует предписаниям шастры. Почему? Потому что он объяснял это в одном письме. Он говорит, что если человек пишет кому-то, обращаясь, начиная письмо со святого имени, то у этого человека может развиться настроение, или он может посчитать себя тем, кто дает наставление по повторению святого имени, кто дает святое имя другим. Это очень такой тонкий момент, может быть, он настолько актуален в нашей
культурной среде. Это очень уместно было в то время, когда в Бенгалии процветали разного рода кастовые гуру, гуру, которые провозглашали себя великими парамахамсами, гуру даже, которые позволяли своим ученикам класть им на стопы листья тулоси. Даже такое бывало. Но тем не менее, мы можем видеть, что сам Шрила Прабхупада тоже, он никогда не писал писем, начинающихся со святого имени. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур тоже это не делал. Он говорит, что лучше всего начинать письмо с предложения поклонов, либо же с провозглашения славы Господа. Слава Господа, например, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур всегда начинал свои письма с фразы «Шиши Гуру Гауранга Уджета». Со слава Шри Гуру, Шри Гуранги. Шрила Прабхупада тоже начинал очень часто письма, особенности письма не на английском языке, а на бенгали, на хинди. Он тоже начинал с этой фразы. И иногда Шрила Прабхупада начинал свои письма просто «Дорогой какой-то Прабху, примите мои дандаваты». Но так или иначе, мы можем где-то себе это отметить, что есть такое наставление, по крайней мере, мы должны услышать о нем. Он говорит, что если так делать, то у автора может развиться обхиман, наставляющего повторение святого имени, человека, который дает святое имя другим. Лучше всего писать в начале письма «Слава Господа», либо же «Поклоны», предлагать поклоны Господу. Однажды к Шрила Бхактисиддханте Сарасвати Такуру пришел один, скажем так, спорщик, который бросил ему вызов, который сказал, что в Харе Кришна Махамантре нигде не упомянуто в шастре. Где? Покажите мне, где она упомянута в шастре. Где в шастре вообще говорится о том, что нужно воспевать святое имя? Именно не просто даже в шастре, а в ведах. Он пришел и сказал, где в ведах говорится упомянуто Харе Кришна Махамантре. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так он очень интересным образом ответил на этот вопрос. Он сказал, что ваше понимание неправильно. Потому что считать, что шастра появилась раньше, а после него появилась нама, неправильно. Потому что нама и нами, святое имя и сам Верховный Господь, это одно и то же. Если вы говорите, что нама появилась раньше, чем шастра, то это означает, что из шастры произошел Господь. Тогда как все на самом деле совершенно наоборот. В Шримад Бхагаватам он привел первый стих из Чатушлоки Шримад Бхагаватам, второй песни, Агамайва Самайвагре, в котором Господь говорит, что я существовал до творения, я существую во время творения, и я существую после творения. Все, что остается после творения, это я. Поэтому нама существовала до появления шастры. И поэтому нама и Верховный Господь не зависят от предписания шастры. Поэтому в шастре может быть даже ничего вообще не обязательно, чтобы что-то было сказано о наме в шастре. Тем не менее, в Ведах говорится о повторении святого имени. В Ригведе есть упоминание о имени Господа Вишну. Он процитировал цитату из Ригведы, в котором говорится, что «Омасе джананто нама чидвивактан махасте вишно суматим баджамахе ом татсат», в котором говорится о святом имени Господа, которому поклоняются произносящие эту мантру в суры. Но он говорит, что Веды предназначены для людей не совсем возвышенных в своем сознании. И точно так же, как мы очень дорогие, очень драгоценные вещи держим в очень укромном, сокровенном, тайном месте, точно так же и веды не распространяют святое имя вот так просто всем подряд, не говорят о славе святого имени вот всем подряд. Но, тем не менее, в шастре есть упоминание святого имени. В Калисантарного Панишаде упоминается Харе Кришна мантра полностью. Бриханнарадия Пуране, Ананта Самхите, Агни Пуране. В этих священных писаниях упоминается полностью Харе Кришна мантра, святое имя Господа. И дальше он сказал тоже очень интересную вещь. Он сказал, что в Калисантарном Панишаде, которое сейчас издано, в ней порядок слов Харе Кришна мантры переставлен. Есть иногда такое мнение, что до Господа Читания люди иногда повторяли Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и потом Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Но на самом деле Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в этой беседе, и также в некоторых других случаях, он говорил, что это неправильно, это заблуждение. Это заблуждение проникло в издание Калисантарного Панишады из определенной сампрадаи, которая называется Рамаед Сампрадая. Рамаед Сампрадая или Рамананди – это преданные Господа Рамы, которые распространены практически по всей Северной Индии.
И они не являются чистыми преданными Господа Рамы. У них довольно имперсональное представление о Господе Раме. В читании Чаритамриты есть история, случай, как Рагунат Дас Госвами, или это был Рагунат Бада Госвами. Я уже, к сожалению, сам не помню. Но так или иначе, вместе с ним, Господу Чайтанье в Пури, Рагунат Дас, похоже, все-таки. Вместе с ним в Пури шел Рамадас Вишвас. И он был представителем этой Рамаед Сампрадая. И Господь Чайтанья Махапрабху обнял Рагунатху, но на Рамадаса он не обратил никакого внимания, хотя Рамадас всю дорогу служил Рагунатхе, и он всю дорогу повторял святое имя Рама. Поэтому эта философия, представление этих людей, Рамаед, не доставляет наслаждения Господу Чайтанья. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что хотя порядок слов в этой мантре переставлен, тем не менее она все равно не теряет своего могущества. Но истинные последователи Господа Чайтанья повторяют нам, и он даже сказал не то, что даже последователи Господа Чайтанья, он сказал, что никакой мудрый человек не принимает никакой иной порядок имен в этой мантре, кроме данного самим нами, самим Шри Чайтанья Махапрабху. И ту, которая без никаких усилий освобождает нас от пороков кали. И ту мантру, тот порядок слов, который повторял нам Ачарья Харидас Такур. Но позже, со временем, один преданный, Джаганат Дас, который выдавал себя за ученика Харидаса Такура, но при этом объявил всем о своей независимости, откололся от истинных последователей Господа Чайтанья Махапрабху и провозгласил себя слишком великим, за что его стали называть Атибари. Атибари – это одна из апасампрадаев, которая в особенности распространена в Арисе, в штате Индии. Он стал повторять эту мантру наоборот, с Харе Рама и потом Харе Кришна. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что на самом деле нужно повторять так, как ее дал нам Господь Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья дал ее нам как мантра, которая начинается с Харе Кришна, Харе Кришна и так далее. У нас не так много времени. Я хотел сегодня также поговорить о проповеди и о том, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур подчеркивал важность проповеди, в особенности проповедь на Западе. Проповедь не то чтобы только на Западе, но по всему миру. На Востоке, на Западе, везде. И он однажды сказал, что вот эта знаменитая цитата, которую иногда можно услышать, о том, что человек должен быть готов пожертвовать многим ради проповеди. Он сказал однажды в одной из лекций, что невозможно, человек не может войти в сферу бхакти, если он не осознает бесполезность всех остальных теорий и учений этого мира. Если человек где-то что-то еще держит, какую-то веру, что-то, какие-то утверждения этого мира, в какую-то философию этого мира, теории этого мира, то он не сможет понять бхакти полностью, он не сможет войти в сферу бхакти. И далее он говорит, что если мы ежедневно готовы тратить 10 галлонов крови. 10 галлонов – это приблизительно 45 литров где-то крови каждый день. Если мы готовы тратить 10 по 10 галлонов крови, то тогда, если у нас есть такая решимость, может быть, одному человеку мы сможем все-таки объяснить науку о бхакти. Мы сможем доказать человеку бесполезность всех остальных теорий этого мира, мы сможем объяснить ему науку о бхакти. Это то, на что должны быть готовы проповедники, с какой решимостью они должны проповедовать, какой решимостью они должны обладать. Что касается себя, то он говорит, я упоминал уже о том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал часто лекции очень длинные, он очень долго говорил, объяснял очень долго какую-то тему. И при этом он иногда извинялся за это. Он говорит, что начиная объяснять что-то одно, мне приходится приводить другие объяснения смежных истин, мне приходится ссылаться на что-то, и поэтому я вынужден говорить долго и широко распространяться. Я думаю, что эти темы не будут исчерпаны даже с последним вздохом слушателя. Я все равно буду готов говорить, эти темы все равно не будут исчерпаны, это безграничная тема. Люди, он говорит, совершают распространенные ошибки, и поэтому я вынужден
просто я вынужден, это мой долг. Я пытаюсь на каждом шагу исправлять их, поэтому мне приходится говорить очень долго. Люди, слушая меня, могут подумать, что я потерял мысль и отклонился в сторону. Но мне приходится объяснять много всего сразу. Другой раз он сказал, что мне приходится говорить, я хочу сказать слушателям обо всем и сразу. И поэтому мне приходится говорить очень долго. Но что обо всем сразу я сказать не могу. Мне приходится очень говорить долго. При этом также он говорил, что если человек просто сидит на одном месте, в уединенном месте, и совершает баджан, повторяет святое имя, ни с кем не общается, ничего не говорит, то никто не будет на него нападать, никто не будет воевать с ним. Все, наоборот, будут прославлять его, все будут говорить: «О, какой великий саду, какой великий святой». Но как только мы начинаем что-то говорить, то многим это может не понравиться. Но мы вынуждены говорить, потому что долг преданного говорить истину, мы вынуждены об этом говорить. Поэтому многим это может не понравиться. И поэтому проповедник должен быть готов к тому, что он станет объектом нападок и возражений. Он должен быть готов к этому, к тому, что на него будут нападать и возражать. За месяц приблизительно до... За месяц до того, как отправить своих некоторых учеников в первую попытку проповеди на Западе в 1933 году, которая была практически безуспешной, по большому счету. Из-за, как Шрила Прабхупада говорил, опять же, из-за того, что проповедники, по крайней мере, об одном из них он говорил, что им все-таки не хватало предания, полного предания, не хватало искренности в том, чтобы удовлетворить желание своего духовного учителя. Но так или иначе, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур за месяц до того, как отправить своих преданных на Запад, он говорил, он давал лекции, и он постоянно, практически в каждой лекции, он говорил о том, что нужно проповедь. И он постоянно пытался подготовить людей, сознание людей к тому, чтобы они не думали, что послание Шичитани Махапрабху — это только послание для преданных Индии, для бенгальских вайшнавов или, по крайней мере, для индусов. Он говорит, что послание Дхармы, Атма-Дхармы, предназначено не только для Индии, и не только для прошедшего времени, не только в прошлом люди его практиковали. Его можно практиковать везде и во все времена. Оно для всех народов и для всех времен, для прошлого, настоящего и будущего. Во всех странах есть хорошие люди, которые будут слушать послание истины, сати катхо. Во все времена были, есть и будут хорошие люди. Их просто нужно найти. Мы просто должны находить этих людей. Также он в этой же лекции он сказал, что если мы думаем, что истину невозможно проповедовать на других языках каких-то, то это означает, что мы сами обладаем очень скудным пониманием абсолютной истины. И это указывает на то, что мы отклонились от восприятия истины. Мы больше не обладаем пониманием истины. Если мы думаем, что язык может быть препятствием в проповеди, мы можем говорить на любом языке, главное, чтобы только нас понимали. Также он говорил о том, что проповедник должен обладать квалификацией, он должен, по крайней мере, следовать тому, что он проповедует. Есть эта знаменитая цитата, которая была на столе у Гопи Пранаданы Прабху, цитата из беседы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, в которой он говорит, что, он цитирует слова Бхактивинода Тхакура, обращенные к нему, он говорит, что Бхактивинода Тхакур учил нас. Он говорит о себе, и о нас, о его последователях. Он говорит, что Бхактивинода Тхакур учил нас: не слушайте харикатху из людей, из уст людей, которым не лишенных подобающего поведения, которым не достает чего-то в их поведении, в их характере, лишенных подобающего поведения. Если ваше поведение, говорит Бхактивинода Тхакур нам, если ваше поведение не соответствует стандарту, то не идите проповедовать харикатху. Но закройте дверь и сначала проповедуйте себе. Закройте себя в комнате и проповедуйте себе. Только после этого выходите проповедовать другим. Это слова, которые были на столе у Гопи Пранаданы Прабху, когда он ушел из этого мира. Интересно, что в одном из писем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур однажды написал, что это тоже письмо из 1915 года, одно из первых писем. Он написал, что Чайтанья Махапрабху вложил все свое могущество в Сакала Шакти, в Шрилу Рупа Госвами. Он дал ему все свое могущество, Шакти Санчара.
Нужно всем сердцем молиться уступшей Рупы и последователю Рупы Госвами об этой шахте, чтобы они дали нам эту шахте, которую им дал Шачитанья Махапрабху. Интересно, если вы знакомы с жизнью Шрилы Прабхупады, с тем, что он делал до того, как уехать на Запад, то когда Шрила Прабхупада жил в храме Рада Дамодара во Вриндаване, то он именно это и делал. Есть воспоминания его современников, которые говорят, что Шрила Прабхупада ночью выходил во двор храма Рада Дамодара, где Баджан Кутир Рупа Госвами и Самадхи Рупа Госвами. И там он подметал метлой, веником он подметал этот двор и плакал, и взывал: «О Рупа Госвами, о Рупа Госвами, пожалуйста, дай мне свою милость, дай мне полномочия». Именно это делал Шрила Прабхупада перед тем, как поехать на Запад. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такой настолько сильно хотел проповедовать на Западе, что его даже любая какая-то намек на то, что на Западе можно проповедовать, приводил его в восторг. Например, в 29-м году он напечатал в своей газете в Гаурии небольшую статью, небольшую такую, даже не то чтобы статью, а просто информацию. Эта информация была, называется «Каршна Сампрадая на Западе». Каршна Сампрадая, Каршна, я говорил, что он называл так последователей Господа, преданных Господа Кришны. Это то же самое, что Вайшнава, в принципе. Каршна Сампрадая — это значит последователи Господа Кришны, преданные Кришны на Западе. И в этой статье шла речь об одной из стран Европы, которую на всех европейских языках называют Черногория, Монтенегро. Есть такая страна в Европе, Черногория. И он говорит, что, ссылаясь на какого-то ученого, которого там, это на бенгале статья, его на бенгальском языке, он называет его Эрнст Харуайч. Из Нью-Йорка, потом он поехал в Дублин и приехал в Бомбей. Он изучал индоевропейские языки. И этот ученый написал какую-то статью о том, что вот в Европе есть такая страна, и эту страну, если перевести на санскрит, то эта страна будет называться как Кришнагири или Кришнапарват. Кришна означает черный. И он говорит там в этой статье, что люди в этой стране занимались земледелием. Что означает указывать на земледелие? Потому что Криши Горакша. Криши означает тянуть плуг, возделывать землю. Господь Кришна также, его имя связано также и с этим. Поэтому они занимались, у них была там черная гора, они занимались земледелием, и при этом они поклонялись Кришне Бхагавану, которого на своем языке они называли Чернобог. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур прямо так и пишет на бенгальском языке, он пишет русское практически название Чернобог бенгальскими буквами. Пишет о том, что в Черногории много лет тому назад туда пришли арии и принесли туда ведическую культуру. Наверняка кто-то из вас может спросить, как же Чернобог, это славянский плохой как бы бог, он же черный бог. Но на это есть свое тоже объяснение, которое иногда Бхактисиддханта Сарасвати Такур, о котором он говорил о том, что есть Парамешвар Кришна, Господь Кришна, обладающий всеми достояниями, и есть Асур Кришна. И люди, которые враждебны по отношению к истинному Господу Кришне, они придумывают себе какого-то Асура Кришну и поклоняются ему как Верховному Богу. Примером этого Асура Кришна является, например, там, Пондрака, который выставлял себя за Васудева, или же Шригала Васудева. То есть браман, который провозглашал себя Васудевой. В Чайтанья Бхагавате описан также Гопал, который говорил, что он Кришна. Тогда как люди, которые враждебно настроены по отношению к истинному Господу Кришне, истинного Господа Кришну называют Асура и всячески пытаются с ним сражаться. То есть это просто разница в настроении. Поэтому это не должно смущать нас, что Чернобог — это может быть какой-то плохой персонаж этой культуры. Но опять же, это не претендует на то, чтобы это было какое-то тщательный анализ или какое-то изучение, но, по крайней мере, вот это свидетельствует о том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень рад, что на Западе, где-то в Европе, есть какое-то упоминание, что ученые говорят о том, что там есть какая-то связь Кришна-Парвата, Кришна-Гири, что люди как-то связаны с ведической культурой. Также он говорил о том, что если мы будем проповедовать даже, и он произнес это имя, на Камчатке. Есть там кто-нибудь из Камчатки? Я знаю, на фестивале есть несколько преданных из Петропавловска Камчатского, в котором всегда полночь. Он говорит, что если мы будем проповедовать людям на Камчатке,
Камчатка – это 10 тысяч километров отсюда, это чуть ли не в два раза дальше, чем Индия. То, если эти люди привлекутся, или в Лапландии, Лапландия – это север, это те места, где живет Дед Мороз и Снегурочка. Это Мурманск в том числе, это вот северные области Норвегии и Скандинавии, этих стран. Если мы будем проповедовать там, эти люди, которые являются полностью не бескультурными, не цивилизованными фактически людьми, коренные жители этих стран, если они привлекутся, то что, это он в беседе говорит с одним из своих оппонентов, он говорит, то что, мы должны отказаться от этих людей, потому что они происходят из плохой местности? Нет, мы должны принять их, потому что они приняли Господа Чайтанью Махапрабху, они приняли учение Чайтанью Махапрабху. И дальше он этому человеку говорит, что очень скоро сюда, в Индию, сюда приедут 50 лакхов людей, 5 миллионов людей, и они будут проповедовать послание Чайтанью Махапрабху по всему миру. Это слова, которые он произнес в 1928 году. Очень скоро сюда приедут 50 лакхов, 5 миллионов людей. В одном из... это я уже немного рассказывал об этом. В одном из выпусков Надия Пракаш, это ежедневная газета, которую издавал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, ежедневная духовная газета на духовные темы. В одном из этих выпусков, посвященных Джанмаштами, автор, ученик Бхактисиддханта Сарасвати, это не его статья, но автор описывает, как Кришна пришел и что Кришна убил Камсу, он проявил милость по отношению к нему. И дальше он задает вопрос, он спрашивает, а как же ж, вот сейчас Кали-юга, и сейчас в мире не только один Камс, но сейчас в мире много Камс. И что же будет со всеми этими Камсами Кали-юги сейчас? Кришны нету вроде бы. И далее он говорит, что наш Гуру Махарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, произнес слова, он сказал, и он цитирует его слова, он сказал, что все эти Камсы, все эти Пашанги, грешники, очень скоро будут уничтожены. Они опьянены приходящими наслаждениями, женщинами и золотом, и поэтому они стали тиранами, как Камса. Камса стал тираном, потому что он хотел наслаждаться. Объекты их привязанности всегда оставляют их в проигрыше. Но, это очень важно дальше, но по милости преданного они станут преданными Кришне. Что интересно, что он использует преданного бхакта в единственном числе, бхакта и крипаль. По милости преданного они станут кришна-бхактами, и в этом их будет их конец, конец всей нематериальной жизни. Это было в 1934 году. Таким образом он предсказывал проповедь, которую совершил никто иной, как сам Шрила Прабхупада. И последнее, о чем я скажу, это как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такой еще очень необычным, мистическим образом предсказал то, что Шрила Прабхупада сделает через несколько десятилетий. Это вспоминает духовный брат Шрила Прабхупады, которого звали Наяна Ананда Дас Бабаджи. Он жил в Чампахате. Те из вас, кто были в Майяпуре и проходили там Двип Мандала Парикраму. Чампахате — это одно из мест там в Навадвипа Мандале, где находятся божества Гадай Гауранги, Господь Чайтанья Гададхар Пандит. И это место, очень священное место, это место, которым Банинат, брат, говорят, что брат, младший брат Гададхара Пандита поклонялся этим божествам, Виджа Банинат. Так вот, в этом месте однажды вот Сиддханта Сарасвати Тхакур, проводя Навадвипа Мандала Парикраму, они остановились там на ночь. И вечером он давал лекцию. И как раз в этот момент, в этот день, туда приехал духовный брат Шрила Прабхупады, который вернулся из Европы, но он вернулся фактически ни с чем, без успеха. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был немножечко расстроен тем, что успеха такого нету, но тем не менее он все равно не оставлял надежды. Он все равно горел, хотел, чтобы это знание распространилось по всему миру, преданное служение Господу. Господу распространилось по всему миру. И он вечером давал лекции. И он говорил об этом, он говорил, как важно проповедовать, что он очень хочет, чтобы это распространилось. И он сказал, что это была последняя просьба его матери, поэтому он уверен, что поскольку это была последняя просьба чистой преданной, то это состоится со временем, как-то это произойдет. И в какой-то момент он замолчал и стал всматриваться в аудиторию, преданных, собрание преданных, которые сидели перед ним там. Перед ним прямо сидели его ближайшие ученики саньяси, брахмачари. И в какой-то момент он стал смотреть на них и молчать.
И в какой-то момент он повернулся налево, там, где сидели домохозяева, там, где сидели преданные, семейные преданные. И, наверное, Ананда Дас Бабаджи, он в то время тоже, он сидел там, и он увидел, что практически он смотрит прямо, как будто бы сквозь него куда-то смотрит. И он повернулся назад, чтобы посмотреть, интересно, куда же, на кого, кого же он ищет. Казалось бы, что он кого-то ищет, выискивает в толпе. Он смотрел сюда и потом посмотрел налево и стал искать, как будто бы стал на кого-то смотреть. И когда Ананда Дас Бабаджи посмотрел назад, он увидел, что за ним там сидит никто иной, как наш Шрила Прабхупада, Абхай Бабу, или Абхай Чарнаравинда Прабху, как его звали в то время. И он увидел, что они смотрят друг на друга. Они смотрят друг на друга, установив контакт глазами. И когда это произошло, это было несколько мгновений, буквально несколько мгновений, Сиддханта Сарасвати Такур повернулся обратно и сказал: «Я делаю предсказание. Я делаю предсказание. Один из моих учеников скоро поедет на запад. Он пересечет океан, он поедет на запад. И независимо от того, сколько бы времени для этого не потребовалось, чтобы это случилось, но он пересечет океан и привезет с собой обратно сюда весь мир. Я делаю это предсказание». Это Ананда Дас Бабаджи рассказал ученице Шрилы Прабхупады, Матаджи Мула Пракрити, которая ездила одно время в Индии, собирала воспоминания о Шриле Прабхупаде от тех людей, которые знали его в то время, от его современников. Это воспоминания опубликованы в ее книге «Шрила Прабхупада. Друг каждому», которая пока что недоступна на русском языке, к сожалению. Таким образом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в этом месте, в Чампагате, предсказал, что Шрила Прабхупада поедет, пересечет океан, поедет на запад и привезет сюда обратно, в Дхаму, в место обители Господа Чайтанья Махапрабху, весь мир. Поэтому величие, непостижимое величие Шрилы Прабхупады и также его великого духовного учителя. На этом мы с вами, на этой ноте мы с вами остановимся. Спасибо большое за ваше внимание, за то, что вы приходили, смиренно слушали такой пункт. Шрила Прабхупада ки. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада ки.